Всем привет! Рада, кто на меня подписался. Всем новеньким на моем канале. Меня зовут Елена Михеева, кто со мной еще не знаком. Я официальный консультант и партнер компании Сибирин Wellness, Сибирское здоровье. И сегодня я с вами хочу поделиться еще одним отзывом моего партнера Евгении о том, как продукт Сибирин Wellness помог ее 17-летнему сыну восстановить слух. Смотрите обязательно до конца. Подписывайтесь на мой канал. Здесь еще много полезного про здоровье без аптек и про топ доход на лайте. Добрый день. Хотела оставить мой отзыв второй о нейровижене. Мой сын получил травму на Новый год, 31 декабря. Его очень сильно ударили по голове, и у него была черепно-мозговая травма, плюс сотрясение, плюс множественные ушибы. В общем, все, что было у меня дома, я в первые дни ему начала давать. Это были и ПАМы, причем я все давала, без исключения. И 4-й, и 11-й, ну, все, что было. Потом быстренько заказала синхровитал для головного мозга, магний и глицин. Это то, что первые дни мы начали принимать. Дальше. Мы стали проходить всякие обследования, да, в больницах лежали, в одной, во второй. Нам поставили диагноз тугоухость. Ребенок не слышал на одно ухо практически совсем. Нужно было подойти к нему, как к старому пожилому человеку, и на ухо громко проговорить, чтобы он услышал. Потом прошел какой-то момент, нам дали. Мы нашли человека, который нас направил. Врач направил нас к сурдологу, потому что уже первая степень тугоухости, да, ну, с такими людьми работает только уже узконаправленный специалист. Далее что мы делали? Мы первый раз поехали к сурдологу, у меня уже нейровижен я купила, мне Лена посоветовала его, Михеева. Мы купили и начали его пить. Первый наш приезд, да, к сурдологу был 19, наверное, марта. Нет, февраля, я извиняюсь, в феврале. В середине февраля. Вот с января месяца, представляете, мы месяц, наверное, мы лечились по больницам, ходили по врачам, и платным, и бесплатным. Ну, особо препараты, конечно, мы не употребляли. Аптечная. Мы сидели на синхровитале втором для головного мозга, который глицин, магний. Что хочу сказать, что когда мы приехали первый раз, нам подтвердили диагноз тугоухость первой степени, сенсоневральная, как-то там так звучало. И когда мы приехали во второй раз, мы пропили 3 упаковки нейровижена. Во второй раз приехал к сурдологу, нам сказали, что вам больше не нужно сюда ездить так часто. У вас 100% слух, мы его вернули, слух 100%. У человека, который практически не слышал. Ну, то есть ему, я уже думала, что ему будут ставить слуховой аппарат, потому что клиника и работает с такими людьми, которые не слышат вовсе. В общем, я честно говоря, я уезжала туда, я припрыжку, и сумка у меня так вот, как первоклассники выбегают после школы, так и я бежала оттуда, радостная. Но мы продолжали, мы допили 3-ю упаковку до конца нейровижена. Звук в ушах у него еще остался, но она сказала, врач сказала, что это от перенапряжения головного мозга, да, получил стресс, травма, плюс еще он же учиться должен, студент, плюс он еще на права сдавал в тот момент. В общем, посоветовала нам продолжать магний глицин, приехать через полгода к ней на консультацию, ну, дабы удостовериться, что со слухом все в порядке. Ну, в общем, так. Нейровижен рулит.